Ми можемо долучити до нашої розмови Петр Кульпа, це керівник міжнародного напрямку Київської школи державного управління імені та Сергія Нижнього, також він колишній міністр праці Польщі. Пане Петре, моє вітання. Добрий день. Добрий день. Пане Петре, а українську ви розумієте, я сподіваюся? Звісно. О Боже, це прекрасно. Як же ж добре, бо буває, знаєш, з білорусами спілкуєшся. Добре. А пане Петре, дивіться, тут ми підбиваємо дещо підсумки такі піврічні, так ось цієї війни, розв'язаної такої гостра фаза такого протистояння Росії за участю Білорусі. Я б хотів би вас, знаєте, що запитати? А скажіть, ось відтоді і до сьогодні, на вашу точку зору, як змінилося ставлення до України від наших міжнародних партнерів, і як змінилося ставлення до ось бажання України, ну, перемогти Російську Федерацію у цьому протистоянні? Я третього дня війни опублікував статтю, яка називається «Виграти війну, не проіграти мир», в которой показал, что война Украиной выиграна. Уже четвертого дня было понятно. И просто, чтобы понимать структуру и ответить на этот вопрос, надо видеть эту войну как часть длинного процесса, в котором наступал союз Старой Европы и России, направлен на выдворение Соединенных Штатов из Европы. С одной стороны, старая Европа разоружалась, допускала русские спецслужбы в свое управление и так далее, и так далее. И все за счет Центральной Европы. И то, что в первые три дня Украина выдержала, что не было здрады, что в принципе подготовила ловушку на русских. Потому что если анализируем сегодня то, что происходило, действия РНБО, санкции, телевидение и успокаивание, усыпление русских, что все хорошо, что все будет просто, да, а они надеялись на сопротивление. В принципе, посмотрите, заседаний РНБО перед войной было больше, чем за всю историю этого органа. Так. Просто здесь это надо видеть, это была ловушка. Но что меняется? Эта война, по сути, идет, она выиграна. Сейчас она продолжается за то, чтобы Путин мог спасти свою жизнь, в принципе. Потому что России уже в этой войне ничего не достичь. Раньше или позже будет вынужден сдать все, что награды. Но вопрос в том, что надо видеть, что потеряли на этой войне те, которые были против Соединенных Штатов. Короче, старая Европа, которая заплатит свой счет огромный за свою политику, направленную на привлечение России в европейскую архитектуру. С другой стороны, посредственно заплатит за это также Китай. Почему? Потому что Западная Европа, так как и Китай, по уши в долгах, и ни одни, ни вторые не контролируют своих торговых путей. Все это зависит от Соединенных Штатов. И просто на западе Европы смотрят где-то там далеко, чтобы появился кто-то со стороны России, с кем могли бы вернуться к старым сделкам. А для нас, Центральной Европы, такой вариант – это смерть. Потому что единственный вариант – окончание этой войны, который будет нам гарантировать безопасность, это исключение России из архитектуры европейской безопасности. Вот, короче, там такой подход. В Центральной Европе подход такой, про который сказал, а здесь решающим фактором, по сути, являются Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, которые... В принципе, сегодня единственная сторона, на которой висит ответственность за, с одной стороны, так длину, как и результат, но есть ясные декларации, что будут любые средства и любые инструменты предоставлены, экономические, военные, и это гарантия полной победы. С другой стороны, просто
cel, który postawili Soединенные Штаты, to довести Россию do состояния невозможности повторить агрессию. И президент Байден сказал, что это 50% ВВП. Смотрите, это означает, что пока Россия не упадет до этого уровня, конфликт будет продолжаться. И это цена, которую платит Украина собственной кровью. Надо учитывать и восхищаться тем, как талантливейшие украинские генералы, офицеры ведут эту войну. И просто восхищаться тем, что раньше или позже это доведет созданию перспективы. Но надо учитывать один момент, самый главный, что если эта война закончится тем, что санкции будут сняты, а у России останется ядерное оружие, это будет только вопрос времени, когда при одной кнопке ядерной появится новый диктатор, вокруг новые чекисты или те же самые, и все начнется снова. Украина тогда не будет восстановлена, потому что под ядерной угрозой никто не будет вкладывать денег. Это очень важный момент. И я говорю об этом с марта месяца. Санкции должны быть привязаны не только к возврату территории, не только к наказанию виновных преступлений и возвращению международного права, не только к контрибуции, но также к ядерному оружию. Сдачи, ограничению просто возможностей. Это по-другому тогда ставить эту войну, по-другому ставить рамки этой войны. Потому что очень многие, посмотрите, Россия, это наркотикой накачанный бандит, который взламывается в двери соседей. И просто так долго, пока в руках бандита будет ядерный пистолет, так долго никто не будет в опасности. Такая ситуация и такой исторический опыт создает Украине новых друзей. Посмотрите, министр иностранных дел Казахстана понимает это и говорил об этом. Многие страны, которые сегодня смотрят на эту войну, как войну за территорию, а таких войн на земле очень много, есть война между Рвандой и Угандой, да? Тоже территориально. Таких войн в территории много. А поменять как будто мышление про эту войну, как постоянную безопасность, помочь этим образом, меняемым русским, потому что так долго, как долго там будет ядерное оружие, никакие нормальные люди не придут к власти. Просто переоденутся за демократов, но превратятся в чекистов, как все в истории. Вот так. Пане Петр, дивіться, у нас не так багато часу, я просто хотів би, знаєте, вас коротко запитати, ну, ідея ваша ця, ну, вона, направду, знаєте, вона начебто і на поверхні лежить, та? Але я якось не бачу великої кількості екторів, політиків та ось колишніх посадовців і так далі, і так далі, які роблять прив'язку санкцій саме до ядерного роззброєння Російської Федерації. Багато у вас послідовників? Ви бачите цей відгук на ваші пропозиції з приводу саме такого підходу? Ну, смотрите, людей, які думають цим образом, і ті, у яких в Україні вже вони є, господин Данилов об этом говорив, дуже багато. Просто вопрос в том, что кто-то должен это донести. И ошибка Украины заключается в том, что представляет эту войну как войну за территорию, как войну несправедливую, где русские орки грабят, так далее, так далее. Но нету в этой истории, да, положительного ответа на вопрос немца, француза, итальянца, потому что латышу, поляку, литовцу, эстонцу, да, такой не нужен. Но для них нет аргумента, чтобы вовлекаться. Поэтому это ошибка. Посмотрите соседи России. Все они заинтересованы, чтобы ЗЭКа разоружить. Для Соединенных Штатов то же самое. Просто вопрос в том, что этот вопрос надо поставить в доктрине государства, потому что то, что
логически не использовать этот аргумент, а то, что ядерно, я тоже в этой статье написал, что придет момент, когда Путин, да, единственным инструментом будет ядерная угроза и будет не играть. И не хватит только просто не испугаться, а вопрос в том предложить народу метод, который будет применяться ко всем, которые хотели бы таким образом использовать ядерное оружие. Потому что угроза применения, она такая практически как применение. Но она может блокировать развитие экономическое. Вот она давит, да? И поймите, Украина, если получит абстрактные гарантии, абстрактные, потому что даже союз типа НАТО, да, я был секретарем польской делегации в НАТО. Поверьте, нету НАТО. При этой войне НАТО не сделало ничего. Это отдельные страны в рамках НАТО делают. И так будет в любом конфликте, потому что когда есть более 20 стран, хватит одной, чтобы заблокировать любые решения. Так, консенсус, уважаю решением, направлено. Да, и просто не стоит строить экзотической политики, а реальную политику. Угу. И реальная политика, победа, да, смотрите, идея не в том, чтобы у России насильственно отнимать ядерное оружие. Пане Петро, у нас с вами хвилинка буквально залишилась. Надо дать им выбор. Или хотите жрать ядерное оружие, жрите 20, 30, 50 лет. Но ценой за это будет стена 50 километров высоты санкций. Не будут санкции сниматься, пока не войдете на мышление. Вы очень много раз в истории доказали, что вы просто опасные для всех сахизерки. Вот все. Пане Петр, я дякую вам. Принагідно запрошую ще долучатись до етерів. Спасибі вам за фаховий аналіз і відповідно такий розклад. Петр Кульпа, колишній міністр праці Польщі, нині викладач у Київській школі державного управління імені Сергія Нижнього, був з нами на зв'язку.